все, что вы хотели знать о научной фантастике, но боялись спросить, вы узнаете на канале Rocketman. Рекомендовано к просмотру утром и вечером. Перед употреблением не забудьте проконсультироваться со своим специалистом. Чрезмерное употребление нонфикшн может навредить вашему здоровью. Объект SCP-066. Класс объекта Эвклид. Особые условия содержания. SCP-066 должен содержаться в сейфе из карбида вольфрама, находящемся в хранилище особо ценных предметов зоны 21. Каждый месяц сейф должен вручную проверяться на наличие повреждений внутри. SCP-066 неуклонно уничтожает любые записывающие устройства, помещенные в сейф. Если повреждения имеют место, SCP-066 должен быть перемещен в новый сейф. Эту работу следует выполнять с помощью руки робота, способной произвести проверку в течение 3 секунд. Описание. SCP-066 – это бесформенная масса спутанных нитей весом приблизительно в 1 кг. Нити SCP-066 можно отделять от общей массы и манипулировать ими. При этом объект издает звуки из диатонической гаммы до ре, ми, фа, соль, ля, си. Когда сыграно 6 или более нот, SCP-066 производит неопасный эффект различной природы и продолжительности. SCP-066 не реагирует на манипуляции, пока действует любой произведенный им эффект. До инцидента 066-2 результаты включали маленький хлопчатобумажный котенок, в которого SCP-066 трансформировался на 17 минут. Котенок проявлял заметное дружелюбие и игривость, а также не обладал когтями и половыми признаками. Песня под акустическую гитару, 4 минуты в длину. В словах звучало предупреждение для слушателя не пользоваться острыми предметами без присмотра старших. Маленький шоколадный кекс с шоколадной глазурью, сверху украшенный одной свечкой. Было заметно, что издаваемые перед этим эффектом звуки соответствовали первым нотам мелодии с днем рождения. SCP-066 стал более чутким после того, как упомянутый кекс был съеден. Инцидент 066-2. 18 апреля 2008 года D-066-4437 было приказано срезать ножницами небольшую часть SCP-066 в экспериментальных целях. Однако, когда он начал резать, SCP-066 откатился от него на 1 метр, после чего остановился и издал непонятный писк. Прежде чем получить дальнейшие инструкции, D-066-4437 снова попытался отрезать кусок, но SCP-066 снова откатился прочь и произнес фразу «Ты Эрик?». После того, как D-066-4437 ответил отрицательно, SCP-066 принял свою нынешнюю форму и начал издавать громкое и непонятное на слух стаккато, пока D-066-4437 не вывели из помещения. После инцидента 066-2 SCP-066 начал демонстрировать поведение, крайне противоречащее его предыдущим свойствам. SCP-066 показывает значительную подвижность, в основном в форме способности передвигать части себя на очень большой скорости. Если SCP-066 не хочет или не может пользоваться этими способностями передвижения, то будет время от времени пытаться повредить свое место содержания, обтирая своими нитями одну из сторон сейфа, отчего-то постепенно протирается. Этот процесс необычайно эффективен для рассматриваемых материалов. Помимо подвижности, SCP-066 автоматически издает ноты и эффекты в присутствии любого человека, независимо от того, взаимодействует ли он с SCP-066 или нет. Процесс занимает минимум 6 секунд. После инцидента 066-2 эффекты, производимые SCP-066, включали. Одна пчела, выпущенная возле комнаты содержания, ужалила D-4436 перед тем, как улететь. Поймать пчелу не удалось. Неизвестно, как ей удалось выжить. Вторая симфония Бетховена, проигрывавшаяся с громкостью больше 140 дБ, вызвавшая полную глухоту у троих сотрудников и постоянное повреждение слуха у еще 8.
В комнате содержания SCP-066 на 5 часов внезапно полностью отключился свет. Сотрудники в комнате сообщали о том, что слышали громкое дыхание позади себя, но источник звука виден не был. Когда SCP-066 не производит аномальные эффекты, он постоянно произносит имя Эрик низким голосом.